Подмосковная молодая гвардия проведет итоговый форум курсом лидера. Ребята вместе с федеральными и региональными экспертами обсудят молодежную политику в регионе. Форум состоится 26 сентября в усадьбе Гребнева в Щелкове. Он пройдет уже в 13-й раз. Ранее молодые люди учились социальному проектированию и работе в команде, узнали, как упаковать идею в проект и создать и раскрутить бренд в интернете. Полученные навыки участники сразу применяли на практике. В прошлом году грантовую поддержку получили 12 проектов.